Всем доброго времени суток. Или же всем нарава, дорогие зрители. Сегодня я нахожусь в районе Тосмор. Хочу предоставить вам хороший вариант 2 плюс 1. С огромной территорией. Это первый бассейн. Это второй бассейн. Он большой. Вот. Здесь несколько беседок. Три генератора. Там теннисный корт. Тут водопад, но пока будут ремонтировать это все. Открытая парковка снаружи. Также у этого блока есть крытая парковка снаружи. Рядом есть сеть магазинов А101. Первый застекленный балкон. 100 квадратных метров минимум полезная площадь. Большая гостиная, совмещенная с кухней. Бытовая техника фирмы Арчелик. Глазами горы видны вот так, как вы сейчас видите. Тут проходит маленький канал. Один из известных проектов в районе Тосмор. С огромной территорией. Таких территорий больше никакого проекта тут нету. Первый санузел. Здесь спальня. 17 квадратных метров полезная площадь. Мебель новая. Тут второй балкон, также вид на горы, глазами все видно, вот даже вот так. Вот так видно горы. Тоже застекленный балкон. Снаружи открытая парковка, а также под этим блоком крытая парковка. Теннисный корт, зона барбекю там. Три бассейна, еще один бассейн с левой стороны проекта. Но его сейчас не видно. Здесь встроенный шкаф. Санузел. Здесь вытяжка. И тут спальня. Тут 1,5 квадратных метров. Если собираетесь купить, так деньги можно передать криптовалютой или же переустановку денег сделаем. Так что, дорогие зрители, звоните, пишите по номеру плюс 90-555-064-91-10. Это 2 плюс 1, одна из полноценных и одна из хороших планировок в Алании. И проект огромный. Тут состоит из 5 блоков, айдат 500 лир. Спускаюсь я вниз. Тут два лифта, дорогие зрители. Одна с этой стороны, одна с этой стороны. Средний этаж. 7-й или 8-й. Вот такой лифт, панорамные окна. Проект был сдан в 2008 году. 9 максимум. Тут блоки по одному строились и сдавались последовательно. Внизу есть фитнес, сауна, теннисный стол. Сауна, хамам, кажется, не пользуются. Жители так вот решили. Два входа. Один отсюда, один снизу. Прямо в крытую парковку. Вот отсюда мы спускаемся к крытой парковке. Там 3, 4, 5 или машин может парковаться. Если увидите свободно, то можете паркануться там. Или же где открыта парковка около блока. Мест всегда найдете. Есть пандус. Видеонаблюдение должно было быть. Не знаю, установили. Вот. Огромный бассейн. Новый, реставрированный. Зеленая огромная территория. Наверху также есть бассейн, туда тоже можете. Три входа здесь в этот проект. Этот бассейн запасной, но в этот
Этот месяц его не запустили. У меня есть очень хорошие варианты также. И бюджетные, и премиум класса. В открытых районах, также и в закрытых районах. Теннисный. Площадка, мини-футбольная площадка, кто как хочет там игры играть. Вот здесь детская игровая площадка, также внизу есть парк, сразу там 20 метров впереди. Вот здесь зона барбекю. Не буду это туда идти. Вот зона барбекю. Стол, стулья. Все есть. Цена, дорогие зрители, 165 тысяч евро. Ай да, еще раз скажу, 500 лир. Пишите, звоните по номеру 90-555-064-9110. До моря максимум 10 минут ходьбы. Ну, где-то 1 километр расстояния от того блока. Отсюда 900 метров. Всем пока-пока.